Одну полосу препятствий по пути вниз преодолели. А теперь начинается второе представление препятствия. Индиана Джонс, блин, вообще офигительно, да? Но вот водопад идет прям, херачит по тебе сверху. По грязюке топаешь, месишь вот это все месиво. Не подскользнуться здесь. Здравствуйте, hello, how are you? Вот, и в общем, вот в таком приблизительно тонусе нужно быть, чтобы сюда ходить. Вот это приблизительно ваш уровень. И пошел stair climber, stair master. Пошел, пошел, пошел. И так минут 15. Вот. Ну, идешь себе по тропинке, никого не трогаешь. А тебя так херак. И поливает водопад. А не лесенку. До него повернули. Тебя слегка тебя поливает. Вот хорошо, что я полотенце взял. Ну, водичка хотя бы так тепленькая. Так, чтобы тут не наебнуться, нужно посмотреть, как мало это сделает. Красиво, конечно, красиво. О, бабушка вообще героиня, что туда пошла. Я восхищаюсь. Мадам, я снимаю шляпу. Вот такой. Во. Бабушка, во. Молодец. Так. Оп. Оп. Ну, я переживал, что не похудею пока на Бали. Если я буду такие места посещать хотя бы раз в день, я, по-моему, свой план минимум скинуть 5 килограмм за месяц. 100% я его воплощу, потому что, ну, прям весело будет на обратном пути. Но опаснее спускаться, особенно все мокрое, скользкое, опаснее всего спускаться. О, уже видно просветы чего-то там, большая вода. Смотрим под ноги. Грязюки, мазюки, скользкой. Всякой заразы много здесь. Чувачок переодевается, что ли? Кроссовки одевает. Храм. О. Вот они. О. А купаться можно? Can you swim? Oh, you can swim. Купаться. Все, сейчас пойдем. Шикардос. Шикардос. Вот если бы это было наверху, это было бы, конечно, лучше. А то сейчас искупнемся, такие, свежечком. И на stair climber на час. Ну так, в общем, офигенно. О-о-о, вот это прям оно. О-о-о-о-о-о-о. Вот это классно. Мне здесь нравится. Вот это круто. Вот это, вон чувак вообще кайфует. Вот это буду я через пару минут. Все, трансляция выключается. Водопад шикардос. Кому инстаграмную фоточку хватает,
А кому поплавать? Вот мне поплавать. Все. Рекомендацион. Мне зашло, рекомендую. Все. Так, теперь как туда лучше спуститься? Можно с той стороны обойти, там еще будет видовой такой мостик. Ну так-то вообще прям моя тема. А то ехать к водопаду, в котором нельзя покупаться, но это несерьезно. Я пришел поздно, поэтому так мало народу. Я думаю, днем здесь было их... О, мостик-то шатается. Днем здесь, я уверен, было гораздо больше народу. Гораздо. О, тубзик есть. Все, сейчас будем принимать волны. Шикарно. Температура здесь сейчас какой? 10 октября, 11 октября 24 года. Температура здесь у нас, я бы сказал, 22 градуса. Не так, что прям жарко, но и не прям так холодно. Так, нормально. Самое оно. Все, все полезли купаться. Она проверяет свои инстаграмные фоточки. Ну, кому что.